Пенсионерку Ольгу Саксонову остановили сотрудники госавтоинспекции, когда она переходила проезжую часть в неположенном месте. На вопрос, почему нарушает, пожаловалась на большое расстояние до подземного пешеходного перехода, который тяжело преодолевать больной ногой. После профилактической беседы с инспектором ДПС пообещала больше не нарушать. Ну, во-первых, мешаем водителям, прежде всего. Ну и сами подвергаемся риску. Конечно, неправильно это. Ну, так, такие вот мы. Раз перебежала, кажется. Больше не буду, вот клянусь. Сотрудники госавтоинспекции еженедельно проводят профилактические рейды по выявлению пешеходов-нарушителей. Инспекторы ДПС ловят нерадивых граждан и объясняют им правила перехода проезжей части. Вначале нарушители пробивают по базе ГИБДД. Если предупреждение или штраф отсутствует, то проводится разъяснительная беседа и пешехода отпускают без штрафа. Если он уже попадался, придется заплатить 500 рублей. По вине пешеходов в этом году произошло 112 ДТП. 10 из них погибли, 105 пострадали. Люди зачастую нарушают правила дорожного движения, переходят дорогу в неположенном месте, перебегают, таким образом подвергая опасности себя и водителей, других окружающих, подавая плохой пример детям, подросткам. А пешеходов, которые соблюдали правила дорожного движения, наградили световозвращающими брелками. По данным ГИБДД, при использовании таких элементов в одежде, риск наезда на пешехода в темное время суток снижается на 80%. Никита Колосов, Николай Епифанов, События.